Олег 46 тысяч. Ну, это примерно столько поднял Олег Соломаха. Да, мне кажется, это его новый ник. После очередного доната. Да, на аккаунт. Смотрите, я знаю, просто знаю, какие были раньше ники у Олега. Олег 24, Олег 27. Это было его имя и возраст на момент создания ник. То есть, понимаешь, насколько корректно? А сейчас Олег, он, видите, он... Ну, как так можно? Ты понимаешь, что делают деньги с людьми? То есть понимаешь, насколько креативно человек подходит, ну вот к этому подходу. Ой, к какому подходу? Так. И тут вот тонкий удар. Вот видишь. Почему они бьют? Почему? Вот видишь, Олежа. Олежа. А, смотри. Стоп, Конец 3. Да. Тонко незаметно хотим ударить наш 7, а нам не дают, а мы пролазим. Вот сейчас он рекернет. Да. Окей, твои шахматы, это, конечно. Ну что? Как F4 или как? Я тут виднее, я не разбираюсь. Нет, тут F5. Тут F5. Наверное, приходится... А что делать? Стоп, тут есть тонкий ход H4. Нет, тут дебилизм, потому что слон должен на C1 до этого хода стоять. Тут есть шах на D3, потом на F5. Сейчас, погоди, давай посчитаем. Давай. Так, король g5, он c1, король h5, уже вот, 4. Вот знаешь, в чем дело? Если бы ферзь стоял на d8, то f5 не работал по причине конь d6. Как мы играем, короче? Я за ферзь g4 голосую. Я футболист. Ты шахматист. Спасибо. Делай выводы. Понимаешь, то есть ферзь d3 было очень заманчиво, но у него он не бьет, а играет конь f5. Если он бьет, там форсированный мат на самом деле. Я вот как раз до него досчитал. Потом да, форсированный мат там есть, это все знают. Нет, здесь может не быть маты после f5, кстати. F5? Мы должны брать, я так понимаю. Ну, конечно. Видимо, сейчас король f6 поставил. Король f6 мы будем планировать слон... Нет, это что-то не то. Да не, я сейчас запинаю. Король f7 просто. И так вот. Жестко. Красивая картинка. Вообще-то жестко. Он в панике. Потому что получает мат следующим ходом. Я бы тоже был в панике. Вообще-то жестко и больно, на самом деле. Ну, вот это вот забавная картинка, мне нравится. Да. Всем спасибо. Кубик. Прямоугольник. Всем спасибо за внимание. Почему они бьют?